Музей «История города» стал одной из остановок в экскурсии «Весенний Улан-Удэ». На примере множества экспозиций жителям показывают становление столицы Бурятии. К примеру, в этой комнате можно ознакомиться с информацией о создании герба Верхнеудинска. В этот раз экскурсию проводят для жителей микрорайонов Аршан, Орешково и улицы Сосновой. Вообще хорошо, конечно, что это так все это придумали, потому что я, например, вот в этом музее первый раз вроде живу столько лет в Улан-Удэ, но, к сожалению, как-то вот не попала ни разу. А сейчас просто довольна экскурсией. Очень мне понравилось, очень. Вы знаете, у меня как бы не получалось ехать, но с удовольствием. Прекрасно. Я думаю, что я даже посоветую, чтобы люди шли на эти экскурсии. Мало очень то, что мы знаем, но сегодня очень много. И в Дацане, и здесь. Это очень здорово. Спасибо, что это такие экскурсии делают. Экскурсии для жителей округов депутатов городского совета проходят с 12 по 30 апреля. А музей истории города далеко не единственное место, которое входит в маршрут. Все достопримечательности нашего города, а их достаточно очень много. И сейчас вот жители 5-го округа, то есть они посетили уже и Дацан, который на Аршане находится, они поехали в музей города, они поедут на улицу Соборную и так далее. То есть весь город расписан, двухчасовая экскурсия. И я думаю, что это очень важно, во-первых, знать собственную историю нашим горожанам, а во-вторых, конечно, это и практика для наших экскурсоводов. Отмечу, бесплатные экскурсии по столице Бурятии приурочены к празднованию 355-летнего юбилея Улан-Удэ. Андрей Слепнев, Константин Гармаев, Новости дня.